Вот наконец-то мне привезли мой заказ. Брузульку. Вот такую классную брузульку. Вот. Здесь крышка снимается. Вот. Вот внутри. Вот. Диаметр сказали 9 сантиметров. Такая крышка. Вот такая. А теперь я ее буржуйку эту. Как погода. Завтра, либо послезавтра, везу в деревню. Даже ее покрасили мне какой-то краской, которая удерживает 700 градусов температуру. Вот. Вот такие вот. Вот. Невысокая. Мужчина один ее сам поднял. Ой, очень удобные ручечки есть. Вдвоем можно поднять. Главное, она устойчивая. Вон такая, как ракета стоит. И можно будет вести свободно. На любой машине. Даже на легковой. Но я заказываю газельку. Потому что мне надо много чего. Сейчас буду выкапывать растения. Много чего увезти. И увезу. Завтра будем там опробовать. Сын включит. Зажжет, вернее. Но только у меня есть эти самые трубы, но не такого диаметра. Придется их как-то сокращать. И будем топить. Пока он там строится, он уже 5 рядов блоков положил на веранде. И строечка такая. Угу. Вот она его будет согревать. Ну, хорошая, хорошая. Я много смотрела, и всего лишь 3500 рублей за доставку. Не обошлось. Вот такая.